или иначе, будет здесь саммит ОДКБ. Пока, да, возможно, последний, кстати. Во всяком случае, в Армении. Вы как-то у себя, по-моему, на странице Facebook написали, если даже Путин приедет, это будет его последний визит. Да, да, я сказал так. Я убежден в этом. Я хочу только напомнить, когда Путин приехал в первый раз в Ереван. Помните? Нет. Давайте напомним. Это было через два дня после теракта 27 октября. Он приехал на похороны, как премьер-министр России. 1999 год. За два месяца до того, как КГБ дожало Ельцина, и он назвал своим преемником Путина, Путин уже, пройдя пост директора ФСБ и находясь в звании премьер-министра, впервые приехал в Ереван на такую инспекционную поездку. И он стоял рядом с Кочаряном, который никак не мог сдержать злорадные улыбки. Я смотрю на эти фотографии до сих пор, спустя столько лет, просто мороз по коже. Они стоят перед гробами убитых людей, и Кочарян не может сдержать свою улыбку.